художник-легенда. Он работал во множестве стилей, но всегда оставался собой – Робертом Фальком. Начав свой путь как импрессионист, он стал посредником между европейской живописью, русским авангардом и нонконформизмом. Будучи участником объединения «Бубновый валет», Фальк двигается через кубизм к традиции Сезанна. Он обращается к искусству Рембрандта, Тициана, Веласкеса, Вермеера. Упорно и последовательно мастер выстраивает самоценный мир классической картины. В позднем, самом тяжелом для художника периоде, Фальк создает замечательные пейзажи, глубокие и пронзительные натюрморты, пишет портреты современников. О нем сложены стихи, он фигурирует в романах, знакомство с его творчеством оставило глубокий след в умах современников. Фальк становится легендой.